Долго же видео не бывает, и пипец. Как я до такого докатился? Всем привет, вы на канале Fair Games, с вами Дмитрий. Да, не удивляйтесь, сейчас голос мой нормализуется, просто я заболел, такие вот дела. Я как уже год назад прошел всю игру на 100%, и только сейчас это видео вышло. Я сегодня вам расскажу, как получить все достижения в игре «Крестьяне против зомби». Приятного просмотра. Безопасность. Нужно пройти сюжетную линию, а именно приключения, все 5 этапов. На последнем этапе нужно победить доктора Зомбоса, после чего вы получите несколько алмазиков и само достижение. Премия мира. Золотой подсолнух можно получить, пройдя все мини-игры, пазлы и режимы выживания. Не мертвый. Это достижение трудно получить, нужно продержаться 10 раундов в режиме пазл «Я зомби бесконечно». А ну это вот очень трудно. Я и сам его получил не совсем честно, а точнее с помощью глича и автокликера. Наверное, я в скором времени выпущу полный видос, как пользоваться гличом на данном режиме. Да-да, в скором. Угу. Конечно, блин. Сколько уже времени прошло. Антиквар. Надо сделать 15 страйков в режиме «Бозобой бесконечно». Бабах. Самое простое достижение, которое можно получить в самом начале игры. Всего лишь нужно задеть картофельную мину и ждать, пока трупец дойдет до нее. Достижение получено. Подрывник. С помощью вишневой бомбы нужно взорвать рядом 10 зомби за раз. Мегаботаник. Нужно собрать все 49 растений, включая растения в магазинчике Дэйва. Горох не купается. Проходим сюжетный уровень с бассейном, не используя гороховые растения. Прокати голову. Надо открыть мини-игру боулинг, где нужно одним стен орехом сбить около 5 зомби. Вас оповестят о получении достижения. Земля. Проходим сюжетный уровень на крыше, не используя катапульта. Зомболог. Надо дойти до 4 этапа, пройти 10 уровень. А если уже этот уровень пройден, но Йети не найден, то пройти все сюжетные уровни заново и дойти до того же уровня 4-10. Там мы сможем поймать Йети и нейтрализовать его, тем самым получив алмазики и достижения. Крахобор. Надо собрать на любом уровне 30 монеток. Обычно для достижения можно получить на сюжетном ночном уровне, где Дэйв нас знакомит с мини-игрой «Размажь зомби». Солнечно. Нужно на любом уровне нафармить около 8000 единиц солнца. Я, например, при повторном прохождении на уровне 3.3, это, бассейн, на последней волне, оставив одного зомби, засадил все под солнышками и тем самым получил достижение. Мега кукуруза. Надо купить в магазине у Дэйва кукурузную пушку, затем начать проходить выживание бесконечно. И со временем в 10-й волне у вас должно быть не менее 2 кукурузных пушек. Как только увидим на поле 2 гаргантюа,
сразу наводим нашу кукурузу на них, и достижение, считай, получено. Если вы убили их двух за раз. Я не смог, к сожалению, заснять получение, но сделаем вид, типа, мы его получили. Доброе утро! Нужно пройти дневной уровень, используя только грибы. Это будет сложно, но если все будет сделано правильно, вас уведомят в конце о получении достижения. Не надо грибов. Нужно пройти исключительно сюжетный ночной уровень без грибов. За кладбище. Нужно пройти 20 мини-игр для получения достижения. Как и обычно, если все сделано будет правильно, нас уведомят. Да, этих игр много, но они того стоят. Боец. Открываем выживание бесконечно и проходим, пока не дойдем до 20 волны зомби. Но я опять сгубил и не заснял момент с получением достижения, но по факту оно получено. Мудрость небес. Растим древо до 100 футов. Денег понадобится очень много. Режим усов. Прописываем код на получение усов. Диско не умрет. Чтобы получить это достижение, нужно расположить перед зомби-танцором гипногриб, который затем данный зомби должен съесть. Для этого лучше всего подойдут уровни 2.8 и 2.10, а также уровень 3 ваза режимного забой. Нужно подождать, когда появится нужный вам зомби, и затем успеть посадить гриб до призыва под танцовщика во время его танца. К сожалению, мне впадло покупать игру в Steam, поэтому мне пришлось взять видео от левого автора, где он получил достижение. В моей версии игры почему-то данного достижения нет. Спасибо данному автору за видос, я оставил ссылку на видео в описании. На этом, собственно, все. Я рассказал о всех достижениях, которые есть в игре. Если что-то непонятно, на канале есть плейлист с видео о достижениях, где показано подробное получение какого-либо из достижений. Ну а с вами был Дмитрий, канал FireGames18. Не прощаюсь, увидимся в следующем видео.